Всем привет, вы на канале Честный Звук, и сегодня у нас необычный выпуск. Я надеюсь, вы поймете, почему. Дорогие друзья, меня зовут Логинов Юрий Владимирович, я президент Урала. Той компании, которая делает звук, делает автомобильный звук. Я нахожусь в своем собственном автомобиле, Land Cruiser 200. Почему я здесь? Объясню. Потому что здесь установлены динамики АК. АК – это тот динамик, который мы делаем уже на протяжении 20 лет. Их выпущено порядка 1 000 000 штук. Сделали его русские инженеры Дмитрий Георгиевич Свобода, Леонид Эдуардович Белебаш и Дмитрий Александрович Замбловский. Эти динамики, они установлены вместо штатных систем JBL. Диаметром 6×9, с большой площадью рассеивания, с твиттером, с большой мощностью и с неодимовым магнитом. Для тех, кто не знает, неодимовый магнит применяется в тех случаях, когда нужно получить дополнительную мощность и лучшее качество продукта. Я думаю, что этот динамик JBL стоит где-то порядка 30-35 тысяч, если его покупать отдельно. Динамик АК стоит 5 тысяч без установки. Итак, друзья, для наглядности улучшения качества звучания мы снимем замер АЧХ до и после замены акустики. После сравнения графиков мы наблюдаем не только прирост громкости, но также, что в данном автомобиле появилось линейное звучание. Исчезли ямы и горбы, и звук стал честным. Все знают такую вещь, сколько можно угодно, сколько говорить о том, что что-то хорошо, но не примерив это под себя, эти слова не будут правдой. Динамики АК установлены вместо динамика JBL большей стоимости. Здесь у меня по одной простой причине, что я не президент Урал, а потому что динамики АК играют существенно лучше. Как я к этому пришел? Я был на Рязанском радиозаводе, мы ввели там переговоры об открытии линии по производству акустических систем. И директор этого завода Сергей Юрьевич Смирнов сказал мне, что он на себе ощутил Урал, у него Land Rover дорогой, там стоимость где-то там порядка 20 миллионов рублей, наверное, сейчас. И он был, его не устраивал звук, и когда он приехал на сервис Land Rover, ему сказали: поставь себе АК, и звук тебе станет намного лучше. И он все продемонстрировал, сказал, что он очень доволен, и звучание этой системы намного лучше, чем у него была сделана штат. Я смело, с гордостью и уверенностью сообщаю вам то, что я сделал то же самое, и звук акустики АК оказался намного лучше, чем штатная система. Он прозрачен, натурален, легок, с ним приятнее ездить. А также вы можете убедиться, что за небольшие деньги можно добиться достойного качества звучания. Переходите по ссылке на наш сайт и выберите удобную студию для установки нашего комплекта АК.
А вы были на канале «Честный звук». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видеоролики.